Позади 11 лет школьной жизни, впереди тысячи открытых дорог и сложный выбор, по какой именно идти во взрослую жизнь. Выпускной бал «Алые паруса» по традиции стартовал на площади у городской администрации. Цветы, воздушные шары и фотозоны, девушки в вечерних платьях и юноши в строгих костюмах. В этот вечер в центре города царила особенная торжественная атмосфера. Выпускники щедро делятся эмоциями. Сегодня они смешанные, одновременно и радостно, и грустно. Я всегда буду помнить каждый год проученный в школе, я буду вспоминать одноклассников, я буду вспоминать все моменты, потому что это лучшие моменты. Смех, списывание контрольных, боязнь учителей, все же любовь и уважение к ним. Школа – это лучший этап в жизни каждого человека. На самом деле грустно и весело. Весело, потому что это все-таки праздник, мы будем проводить время вместе в последний раз. А грустно, потому что я больше не увижу тех людей, с которыми я провела 11 лет жизни. Будущее многообещающее. Надеюсь поступить в Кубанский политехнический университет. Вот. Ну, надеемся, что все будет хорошо. В этом году путевку в жизнь получили 762 ученика 11 классов. Последний этап, единый государственный экзамен, был преодолен на одном дыхании. В целом, ребята показали высокий уровень знаний и все с первого раза сдали ЕГЭ. Как отмечают в управлении образования, современная молодежь стала более ответственно относиться к жизни. Большинство выпускников уже определились с выбором профессий. Ребята выбирают все-таки в этом году больше технического направления, много инженеров, строителей. Среди них также есть врачи, архитекторы, художники. И, конечно, у них большие планы, я думаю, на будущее. И мы все желаем им хорошего и доброго пути. Организованной колонной вчерашние школьники прошествовали к главной сцене курорта. На театральной площади их встречают представители городской администрации и совет депутатов. Сегодня вы маленькие звездочки на небе нашей Анапы, а уже завтра вы звезды нашей России. Пусть алые паруса принесут вам счастье, удачу, здоровье, все то, что вы сами себе желаете. Я хочу поблагодарить родителей, учителей, всех, кто с вами был все эти годы. Всем удачи, счастья, здоровья. С праздником вас! Вы сегодня молоды и сильны. Вы красивы и умны. Не бойтесь. Идите в эту жизнь спокойно и с высоко поднятой головой. Удачи вам! В добрый путь! Среди анапских выпускников – победители олимпиад и различных конкурсов, спортсмены, волонтеры, активисты школьного самоуправления. Больше 100 человек окончили школу с отличием. Медали и ценные подарки им вручили Юрий Поляков и Александр Смирнов. Союз архитекторов России. Я работаю регионально, потому что стала лучше. Говорят, российского конкурса «Природа, художник и я». Весь вечер со сцены в адрес выпускников звучали поздравления и напутственные слова. Выступали творческие коллективы. Яркой точкой выпускного бала стал красочный фейерверк. Он раскрасил небо над Анапой и ознаменовал начало новой взрослой жизни, которая для этих ребят начнется уже завтра. Руслан Душевский, Анапа регион.